Хакасии снова приветствует вас. Я Наталья Чудина. В ближайшие 10 минут расскажу о самых значимых событиях из мира культуры и региона. В Абакане завершился 6-й республиканский конкурс исполнителей на хакасских национальных инструментах. В нем приняли участие юные музыканты со всех уголков Хакасии. До начала конкурса остаются считанные минуты. Инструменты настраиваются, музыканты разыгрываются и немного волнуются. В этом году конкурс собрал исключительно сольных исполнителей. Конкуренция высокая – 25 участников. Победитель получит право представлять Хакасию на всероссийском уровне. Наш конкурс, он является таким неким трамплином в последующем для участия во всероссийском конкурсе имени Кинеля. Или конкурс ансамблевой и оркестровой музыки, он межрегиональный, который это наш музыкальный конкурс, очень профессиональный. Вот здесь у нас своего рода отборочный тур среди сильнейших детей. В хакасской культуре богатая музыкальная традиция, известна более 20 народных инструментов. Безусловными фаворитами являются читханы, хомыс, но постепенно воспитанники музыкальных школ осваивают и другие инструменты. В этом году впервые в истории конкурса на сцене сольно звучали хобрах и ых. Интерес детей и молодежи к традиционной хакасской культуре в последние годы только растет. Чтобы юным музыкантам было на чем играть и что исполнять, Министерством культуры проводится большая работа. Ежегодно выделяются деньги на приобретение инструментов, но самое главное, решается вопрос с дефицитом музыкальных произведений и нотного материала. Возрастающий ежегодно уровень исполнительски учащихся диктует свои требования, то есть обновление нового репертуара и наличие именно произведений крупной формы для национальных инструментов. И эта проблема обсуждалась на симпозиуме, который совсем недавно прошел в стенах Института КУС Хакасского государственного университета. Сегодня в республике есть композиторы, способные создавать большие произведения для хакасских инструментов. Это Татьяна Шалгинова, Павел Ким и ряд других. Нередко сочинять музыку берутся и сами преподаватели. Евгений Улугбашев, заслуженный артист Российской Федерации, уже несколько лет преподает игру на читхане. И как никто другой знает, чтобы молодой музыкант мог расти, нужно больше интересных произведений. Конечно, надо расширять тут тоже, чтобы они могли играть разную такую музыку. Ну, пока есть что поиграть. Ну вот охота еще новое сделать. Ну, у меня есть мысли вот чатхан сделать тоже с фортепиано вместе. Более 3 часов юные музыканты демонстрировали свое исполнительское мастерство. Связались не только друг с другом, но и сами с собой, со своим волнением. Из 25 участников 14 стали дипломантами и победителями, что дает им право пробовать свои силы на 11-м всероссийском конкурсе имени Александра Кинеля. Дом литераторов Хакасии выпустил сборник произведений Моисея Баинова «Да будет вечной белая береза». Это 11-я книга знаменитого хакасского поэта. Она приурочена к юбилею автора. В этом году Моисею Романовичу исполнилось бы 80 лет. Моисей Баинов выпустил свой первый сборник стихов на хакасском языке еще в студенческие годы, когда учился в Москве в литературном институте имени Горького. По возвращении в Хакасию он был принят в писательскую организацию. Писал стихи, у него есть поэма и роман в стихах, а также героическое сказание «Хантонис». Коллеги Моисея Баинова, ученые, исследующие его творчество, отмечали, что в юбилейный сборник вошли произведения разных лет. От первых творений начала 60-х до финальных, написанных в конце 20 века. Моисей Баинов совершил настоящую революцию в хакасском стихосложении. Кто такой Моисей Романович Баинов для хакасской культуры в целом? Это для широкого круга зрителей, можно сказать, это как Пушкин для русской культуры, как Данте для итальянской культуры. И поэтому действительно Моисей Романович Баинов – это выдающаяся личность, который показал все возможности хакасского языка, скажем, во всех ракурсах. Да? И, конечно же, он является реформатором хакасского стихосложения. 9 любительских театров из разных городов и районов Хакасии привезли свои новые спектакли на республиканский фестиваль «Потомки белой волчицы». Школьники, студенты, учителя, рабочие в обычной жизни на сцене перевоплощались в английских лордов и знатных дам, детей колхозников времен Великой Отечественной войны, играли своих современников. Конкурсный показ продолжался весь день. Рисуй! Рисуй!
На сцене популярная пьеса «Он, она, окно и тело», написанная четверть века назад Рэем Куни и поставленная в доброй половине профессиональных театров России. Сейчас ее играют гости фестиваля, актеры-любители театра «Образ» из поселка Краснокаменск Курагинского района. Зрители в восторге. В соседнем зале шлифовали отдельные сцены другие театры. Коллектив «Ровесник» из села Целинного поставил драму красноярского автора Людмилы Духаниной. Забирай своего сынуля. А мне он нужен? И на каникулы взять не можешь? А почему? Ставим актуальные пьесы о молодежи, о своей родине малой, о своих героях. Ну вот решили поставить пьесу-эксперимент «Неужели меня нет?». В общем, отображает она наши социальные взаимоотношения в семье. Вот тронула она душу, и поэтому мы решили ее ставить. В роли неблагополучного подростка восьмиклассник Александр Королев. Все остальные актеры тоже ученики сельской школы. Например, мать подростка в реальной жизни старше своего сына всего на 4 года. Но в образ взрослой дамы вжилась легко. У меня как-то сразу это получилось. Мне дали ту роль, потому что не первый раз я уже играю такие роли, как бы, как сказать, неспокойные, а стервозные какие-то роли. И получается это больше всего. Вот, и получается вживаться в эту роль. Рядом другой коллектив. Образцовый театр «Кактус Плюс» из села Пушное Багратского района репетирует свою постановку, пьесу времен Великой Отечественной войны про житейскую ситуацию в небольшом селе. Девочку Неку из числа депортированных приютила хакасская семья, но дети относятся к иностранке настороженно. Режиссер и автор пьесы Валерия Лыкум. Я написала 7 спектаклей. 2 еще не показали, 1 еще в написании. Там. Но вообще у меня еще один есть коллектив. Я работаю в Пушновском доме культуры, художественным руководитель, и в Большеирбинском доме культуры недавно, тоже художественным руководителем. И там посчитала важным тоже это направление, именно театральное. Последние штрихи, последние коррективы, и пушновцы уже на сцене. История завершается на позитиве, дети подружились, 9 мая 45 года, победа, начало мирной жизни. Работу эту высоко оценило жюри. Хочется отметить, что это театры не однодневки. Это театры, работающие очень много лет. Актеры, скажем так, начиная со школьного возраста, вырастают, становятся родителями, и дедушками, и бабушками, очень много лет посещают эти театры. Поэтому это очень важное звено в досуге населения именно населенных пунктов республики. Жюри отметило работу каждого коллектива, ну а гран-при фестиваля увез в Копьево Народный театр «Дети Чулыма». Насыщенными на культурные события были минувшие 2 недели. А уже в эту субботу Хакасская республиканская филармония приглашает всех послушать музыку детских сердец. Это уникальный проект, где одаренные ученики музыкальных школ и симфонический оркестр выступают на равных. Приходите и убедитесь сами. Хакасия богата юными талантами.